я начинала учиться, когда детский садик у меня был в группе, и вся эта группа попала в первый класс. То есть мне не пришлось даже знакомиться с кем-то, было так приятно, что я всех знаю. И вот я до 6 класса доучилась у себя в школе, потом перешла уже в ОР, в Московскую область. Я была с большими вот такими бантами и очень недовольна, потому что стало очень рано. Было еще так холодно, вот я вот так стояла на фотке. Сначала была в школе до 6 класса форма, именно у девочек одно, юбка, жилет, у мальчиков темно-синее все. А потом, когда перешла уже в старший класс, нет, свободные. Как захотели, так оделись. Мне единственное, что запомнилось, это вот урок физкультуры. Когда мне до 6 класса, я не занималась футболом, родители не разрешали. И это единственная была возможность, где я могла в футбол играть. Я всех мальчишек собирала, почему в футбол играть. И вот так получилось. География не нравилась. Не пошло, и я такая все, иногда прогуливала даже. Еще был момент, когда я там получила двойку по-русскому. И я просто возвращалась домой, не хотела. И я шла, куда вот глаза глядят. Просто шла гулять, где-нибудь. Пришла еще домой поздно очень. И я больше за это получила, чем за оценку. Не знаю, я могу просто задуматься о своем, именно что я бы хотела увидеть в тренировке, что больше, например, игровых упражнений будет или с техникой, с мячом. Я вот об этом задумываюсь, а меня спросит учитель, а ты же не спросишь, например, переспросить его, ты получишь двойку. А у нас была еще серьезная такая учительница по математике, ну что там просто ты боишься вопрос задать ей. Учеба, она, да, отходит, потому что тренировки, а иногда, ну, так вот бывает лень, думаешь, ну, нет, я лучше посплю, у меня вторая тренировка, и вот так, так. Больше с ребятами, потому что мы играли всегда, или помимо школы уроки закончились, мы оставались, а я в туфлях, я понимаю, что у меня нет кроссовок, я такая, нет, я все равно буду играть, я иду. Потом получала от мамы то, что разбила все туфли. Или пришла у меня колготки все в дырках, и вот так было. Ну, мальчишки сначала так косвенно смотрели, а потом, наоборот, им понравилось, и они звали меня с собой играть. Был момент, когда я сама написала математику контрольную, сама, а меня обвинили в том, что я списала. И я такая, ну, из принципа, давайте я перепишу все варианты. Я села перед учителем, переписала все варианты. И она такая, я понимаю, что она проиграла, а я выиграла. Это был самый прям вот запоминающий момент. Я хочу поздравить всех с Днем Знаний. И поздравляю свою школу в своем городе Грязях, гимназию номер 3. И всех учителей с этим праздником.